Привет всем! Сегодня у нас 22 августа, и снова будем откачивать мед. 17 домик. Сейчас посмотрим, сколько натаскали меда. Здесь всего 12 рамок в улье. Вот такая вот рамка медовая. Будем сейчас стряхивать пчел. И следующая рамка тоже вот с краешку стояла. С боков вся запечатанная. Следующая рамка вот расплодная. И медовая, и расплодная. Потом они центр. Как расплод выйдет, они затаскают все. Ну, сиропом будем подкармливать. И следующая рамка тоже вот расплодная. И здесь вот тоже расплодная рамка. Этот домик. В общем, много пчел отмирало. Голод был. В общем, они только вот расплождаются. И ставили вот ващинку. Застроили и затаскали медом. Вот с этого домика забрали 4 рамки. В общем, слабенький был. Тоже он зимой вышел небольшой. Потом взятка не было. В общем, такой вот. Ну ничего. Откачаем, подкормим. И следующим смотрим. Первый домик. Он поздно роился. То ли 26 июля. Ну вот маленько меда есть на крайних рамках. Сейчас будем стряхивать. Следующая рамка тоже типа такой. В общем, уроившиеся поздно семьи, мало меда. Следующая рамка пошла потяжелее, больше в ней меда. Посмотрели домик. В общем, расплода почему-то вообще нету свежего. То ли есть там матка, то ли там ее нету. Посмотрим, понаблюдаем за ним. Может, через дня два в него залезть, посмотреть, появится, не появится. Вообще уже в это время должен быть расплод. Хотя как-то один улит уже был. Осень была уже поздняя. Роился он где-то уже даже в конце, тоже, наверное, июля. И расплода тоже не было, даже в зиму он ушел. Там особо и к зиме не было расплода. Но в итоге перезимовала, матка там была. В общем, неизвестно. Понаблюдаем за семейкой. В этот раз вот накачали столько меда. Из двух этих маленьких домиков небольших. Такой медок. И сливаем его в новую флягу. Ну вот уже где-то примерно 9:30, даже больше вечера. Накачали около 10 литров меда. В общем, сейчас сольем его и пойдем отдыхать. Так вот расцветает рудбекия. Кузнечики еще стрекочут. В общем, конец лета. Всем, кому видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.